Как интересно. Сначала я заметила вот эти вот грибы. И это, скорее всего, навозники. Они очень красивые, растут на старом дереве. Здесь полно. Ну, красиво. А еще, которые постарше, растут у основания этого поваленного дерева. Вот они какие, это точно навозники. Видно, старше. По тем, которые постарше. Заметно, что это навозники. Но это еще не все. Здесь недалеко палочка какая-то. Кто-то бежал, палочкой задел яйцо веселки. И оно, ну, как бы не открылось, но шкурочку содрали. И под ним оказывается земляное вот это вот масло. Гриб съедобный, его можно сырой есть. Но такой уже порядочный не обязательно есть, потому что он вот-вот проклюнется. А рядом с ним растет веселка. Я слышу запах какой-то, думаю, пойду в эту сторону, посмотрю. Ну вот веселка, это уже она недавно проклюнулась. Но на шляпке были мухи, я их прогнала, как всегда, чтобы съемку мне не портили. Вот она быстро вырастает из этого яйца. Получается зеленая шапочка, которая слизь зеленая, темно-зеленая, ее съедают мухи. А потом она становится белая, чистая. И не такой же запах сильный. Вот такие вот у нас растут в лесу веселки в Смоленске. Такой лес диковатый, глуховатый. Но что поделаешь. Приходится здесь и беленькие грибы бывают. Здесь и белые бывают. И подосиновики бывают. Все, что хочешь, все растет. Ну, чем закончить? Ну, вот еще навозники какие-то. Последние. Уже устарели. И тут вот они уже устарели. Ну, а эти еще молодые. Все, на этом.